Что может превзойти высоту пятиэтажного здания, превосходить массу самых крупных и мощных танков в мире, опережать длину Олимпийского бассейна и при этом еще парить в воздухе? Это гиганты с огромными двигателями и размахом крыльев, превышающим длину футбольного поля. Познакомьтесь с восьмеркой величайших, крупнейших, масштабнейших самолетов на планете. Ан-225 «Мрия». Если вы не знаете, какой летательный аппарат установил рекорды размеров и прочих показателей в истории авиации, то это Ан-225. Опытно-конструкторское бюро имени Антонова разработала и построила его в 1980-х годах в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе. Первоначально планировалось создание двух таких машин, но вторую так и не завершили. Изначально самолет проектировали для транспортировки советского космического корабля «Буран» и ракетных ускорителей «Энергия», но после распада СССР для Ан-225 достаточно быстро нашли и другие применения в сфере воздушных грузоперевозок. Ан-225 — самый тяжелый из когда-либо созданных самолетов с максимальной взлетной массой 640 тонн. «Мрия» установила абсолютный рекорд грузоподъемности — 253,8 тонны, а также рекорд по перевозке наиболее крупного в истории авиации единого груза общим весом 187,6 тонны. К сожалению, в 2022 году этот гигант был уничтожен в войне и больше не взлетит в небо. Aerospace Lines Super Guppy. Пока гуппи может стать легкой добычей, транспортный самолет для перевозки негабаритных грузов «Супер Гаппи» поистине хищник воздушных просторов. Это воздушное судно с пухлым фюзеляжем давно было списано всеми эксплуатантами за исключением одного — НАСА. Космическое агентство считает, что огромные размеры «Супер Гаппи» по-прежнему идеально подходят для транспортировки компонентов космических кораблей и ракет. Первый «Супер Гаппи» был создан на базе Boeing C-97 Stratofreighter, военный вариант Boeing 377, и начал свою службу еще в далеком 1965 году. В наши дни для доставки крупногабаритных грузов турбовинтовый транспортник заменили на Airbus Beluga. Последний из пяти когда-то построенных самолетов принадлежит НАСА и до сих пор эксплуатируется для доставки крупногабаритных элементов для Международной космической станции. Четыре других были законсервированы и находятся в различных странах — США, Великобритании, Франции и Германии. Lockheed C-5 Galaxy. C-5 Galaxy с грузоподъемностью почти 135 тонн — это не просто впечатляющий самолет. Это самое большое воздушное судно, регулярно эксплуатируемая военно-воздушными силами США с начала 1970-х годов и по сей день. До появления Ан-124 он был крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Могучий Си-5 способен перевозить на борту на выбор 6 вертолетов «Апачи», 4 боевые машины пехоты М-2 «Брэдли», 6 бронетранспортеров «Страйкер», 1 современный танк М-1 «Эйбрамс», до 345 солдат и офицеров. Boeing 747 Dreamlifter. В 2000-х годах в Boeing осознали необходимость грузового самолета с гигантским грузовым отсеком для транспортировки компонентов лайнера 787 Dreamliner, детали которого производятся по всему миру. До появления Dreamlifter они доставлялись морским путем в Вашингтон для финальной сборки. Решением стало взять свой самый большой самолет Boeing 747 и создать для него специализированный грузовой отсек по подобию Super Guppy. Объем грузового отсека Dreamlifter составляет 1840 кубических метров, что позволяет ему перевозить втрое больший объем, чем грузовой вариант 747-400F. Нескладный вид самолета усугублялся тем, что из-за срочной необходимости эксплуатации и плотного графика полетов первая модель долгое время оставалась непокрашенной. Ан-124 «Руслан».
Еще один гигант, спроектированный и построенный ОКБ «Антонова», но чуть меньших размеров. Ан-124 «Руслан» эксплуатируется ВВС России. В течение почти 30 лет после своего первого полета в 1984 году Ан-124 оставался самым большим грузовым самолетом. При заявленной максимальной взлетной массе 392 тонны Ан-124 может перевозить даже больше грузов, чем C-5 Galaxy, хотя его практическая дальность полета меньше. Boeing B-52 Stratofortress. Легендарный B-52 поступил на вооружение американских военно-воздушных сил в 1955 году, а модификация B-52H, которая эксплуатируется по сей день, была представлена в 1961 году. Максимальная взлетная масса этого воина — почти 230 тонн, а его максимальная боевая нагрузка в бомбоотсеке составляет 31,5 тонны. Он может перевозить все, от высокоточных обычных бомб до ядерных боеголовок. Пока бомбардировщики-невидимки могут быть сняты с вооружения, ВВС планируют оснастить надежный B-52 новыми двигателями для повышения эффективности и дальности полета. Другими словами, списывать эту легенду со счетов никто не собирается. Airbus Beluga. Airbus A300-600 супертранспортер, более известный как Beluga, был специально разработан для перевозки крупных и нестандартных авиационных компонентов, таких как крылья для Dreamlifter. Введенный в эксплуатацию в 1995 году, этот самолет во многом заменил Super Guppy, обслуживая потребности европейских производителей в транспортировке очень крупногабаритных грузов. Различные части самолета были спроектированы и изготовлены инженерами Airbus по всей Европе, в Великобритании, Германии, Франции и Испании. Грузовой отсек объемом 1210 кубических метров способен вместить 47 тонн груза. Airbus Beluga XL. Но у нас есть еще более крупная Beluga XL, разработанная Airbus в 2014 году и совершившая свой первый эксплуатационный рейс в 2020 году после более чем 200 испытательных полетов. Этот гигант официально присоединился к и без того огромному транспортному флоту Airbus для перевозки сверхгабаритных грузов по всему миру. Самолет поистине массивный, индекс XL здесь более чем уместен. Его длина составляет 63,1 метра, а его фюзеляж имеет самое большое поперечное сечение среди всех грузовых самолетов в мире – 8,8 метра. Пара турбовентиляторных двигателей Rolls-Royce Trent 700 без труда удерживает этого на вид неповоротливого гиганта в воздухе. По сравнению с младшим братом A300-600 супертранспортер, Beluga XL способен перевозить не одно, а сразу два крыла массивного авиалайнера A350XVB. Он превосходит первую Белугу по всем параметрам, даже дальность его полета возросла почти вдвое. В заключение можно сказать, что создание больших воздушных судов является поистине выдающимся инженерным достижением. Преодолевая законы физики и гравитации, конструкторы сумели разработать летательные аппараты огромных размеров, способные перевозить колоссальные грузы.